Конечно, мы, безусловно, рады здесь быть. Здесь очень хороший комплекс, хорошие условия для тренировок. Но в плане подготовки у нас, в принципе, все сборы в хорошей форме, все отлично проходит. Сейчас, конечно, немножко работа стала более скоростная, но все же, повторюсь, и первые сборы были очень даже плодотворные. Немножко прошло не то, что ожидали, не то, что думали, не то, что хотели, но, в принципе, тот соревновательный блок, именно скоростной блок, что я хотела выполнить именно в подготовительный период, я его выполнила. Я думаю, что проводить активно межсборье – это вполне нормально, это как бы способствует подготовке дальнейшей хорошей, и не надо потом втягиваться во время тренировочного сбора первый цикл. Ну, мне и муж, конечно, помогает вести Инстаграм, особенно на межсборьях. Я не скажу, что как-то помогает отвлекаться. Немножко время занимает, но, опять же-таки, время отдыха.